Все, отлично, так и будем лететь, но начнем мы с вальсочка, поскольку выступление у нас сегодня баянное, а баян все-таки подразумевает под собой такую вальсово-народную немножечко, ну, с моей точки зрения, стилистику. Вот мы так и начнем. Время у нас осеннее, что само за собой диктофон. Я забыла диктофон, да. Спасибо большое, спасибо, что напоминаете мне, потому что... Всего душонка удержать не в состоянии. Сейчас я отрегулирую Раз. Отлично. Вот это вот нужно обязательно быстрее сюда приносить. Быстрее, пока батареи не разрядились, которые внутри лежат. Держи. Батареи там чисто номинальные, а заряжается он отсюда. Надеемся, что... Да, и нажми на красную кнопочку. И пусть все взорвется. Да, поехали. Итак, где именинник? Я его не вижу. Он в гримерке. Он в гримерке. Я могу это понять. Собственно, будь я именинником, наверное, я бы из гримерки и особо и не показывала себя. Я видел его с толпой людей. А, с толпой людей снаружи. Ладно. Сергей! Вот, значит, Сергей очень... долгое время помогает нам организовывать концерты, является сам гитаристом, музыкантом в разных коллективах, в куче даже разных коллективов. И я ему от всей души могу пожелать дальнейшего творческого развития, не переставать никогда, светить, ярко гореть и вдохновение. Главное, чтобы не переставало вдохновение быть. Вот, все. Начнем с... Да, и здоровье, конечно, да, и стоит жить, чтобы здоровье позволяло все это реализовывать. Я про него, конечно, всегда забываю, а надо. Начнем с осенней песни, с марша. И... Антикопея, да-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 
опять не в попад. Ветер от голову мысли ломает, небо внутри и во вне. Что-то меня хорошо понимает, это, пожалуй, к весне. Большое. И вот сейчас следующая песня будет под названием «Образец». Вчера мы ее не играли, а она родич вот этой песни, она и родственна по... Сами услышите, почему. Но песня другая. Давай я тоже буду немножко промочивать. Давайте, «Змейка». С неожиданностью узнала, что это цитата из Янки Дягилевой. Я думала, просто такое слово пришло мне на ум, не знаю откуда. А так что-то читала, как-то ее тексты.
сбежу, а там действительно это из придет воды, кажется, во игла змея, иголка змейка. Блин, думаю, действительно. Вот. Но это совершенно безотносительно к Янке песня сама по себе. Так получилось. Раз, два, три. Стали тесными паруса, стали соснами шишки. Заплясал под ногой причал, наглотались ботинки пыли. Доктор сказал, приплыли. Капитан промолчал, капитан промолчал, капитан промолчал, капитан промолчал. Опустела скамейка, опускалась на город тьма. Отставали часы на башне, доктор молчал и кашлял. Мы сходили с ума, мы сходили с ума, мы сходили с ума, мы сходили с ума. Солью, перцем, чили, посыпая наши раны, как нас этому учили доктора и капитаны. Начищали стальные яйца, обжигая ребро из глины, как учил нас не бояться автомату тёртли спину. А пойдет такая пьянка, рви последнюю гранату, хохоча, что даже тут ты знаешь правильный ответ. Накренились небеса, дотянулись вышки, стали тесными паруса, стали соснами шишки. Роса упала с небес, заржавели в стогу иголки. И с тех пор меня боятся волки. И не ходят в мой лес, и не ходят в мой лес, и не ходят в мой лес, и не ходят в мой лес. Вот, следующая, да, следующая наша песня называется «Пью». Кровь, не желая ее, вам мне снится страх. Я боюсь.
что это сон. Мне говорят, это сезонное. Какой сейчас сезон? Провода замыкаются сами на себе. Метеорологи все будут на небе. Я выключаю калькулятор, он все решил, но не утешил. Дни без претензий на неодинаковость. В моем лесу ремонт, в моей квартире слякоть, и я пью, но только подливаю в огонь. Все поезда уплыли, самолеты ушли, мы стоим, как идиоты, посреди земли. Без билетов, спецжилетов, кислородных масок и белой одежды не красят нас. Карманы оттягивают 10 заповедей. Правда ли это то, что колет глаза? Калькулятор за борт, он все решил, но не утешил. Мера не выше, но и век не долог. Капля по капле, и вышел толк. Я пью, но только подливаю в огонь. Себя навстречу старости, сомнительно пахну и плохо цвету. Мои следы впечатываются в пустоту. А я бы выменял рычаг на точку опоры, но все ушли от дела и растят помидоры. Калькулятор съелся, ну он сам так решил, он не утешил. Чистая страница, выходя из дома, как хочу сохраниться, но оставь себе. Тебе. Давайте тогда. Подливай в огонь. А, спасибо, подливай.